где-то как-то. Не, опять же, если ты просто не знаешь этого, ну сделал что-то прикольное тебе, ты этого не стыдишься, если не пропавшее время, и мод не закончен, ну фиг с ним, все равно ты представишь портфолио. Но когда ты это уже знаешь заранее, что мод и не имеет особых надежд, ну, мне, например, это уже не мотивирует, поэтому ну, да. Такое дело. Ну вот мод, например, обычно так, если участвовать в моде, то лучше посмотреть, чтобы что-то уже в нем было сделано. Даже какая-то была несчастная бета.